Добрый день, вас приветствует доктор Дэвид Хибер. Иммунная система сталкивается с продуктами питания по мере того, как они вводятся в рацион, и признает большую часть продуктов питания здоровыми, развивая иммунную толерантность к ним. Однако у некоторых людей развиваются пищевые аллергии, так как их иммунная система распознает некоторые продукты как инородные для организма. Причиной большинства пищевых аллергий являются 9 продуктов питания: арахис, яйцо, молоко, соя, пшеница, лесной орех, рыба, моллюски и кунжут. Увеличению количества аллергических реакций может способствовать рацион с высоким содержанием жира и сахара, с недостаточным количеством клетчатки, фруктов и овощей. Симптомами пищевой аллергии являются реакции кожи на тепло, покраснение и зуд. Некоторые люди сообщают о кашле, тошноте, судорогах и тревоге. Но аллергии отличаются от типичных симптомов расстройства или нарушения пищеварения. Непереносимость лактозы – это не аллергия, а недостаточное переваривание молочного сахара. Избегайте продуктов, вызывающих аллергию, и ешьте то количество, которое вы сможете переносить. В следующий раз я поговорю об ожирении и иммунитете. Следите за новостями.